Меньше года остается до чемпионата мира по футболу, и Самару уже не узнать. Город преображается на глазах. Но работа у городских властей меньше не становится. На совещании в мэрии Олег Фурсов поставил задачу обратить особое внимание на детали. Департамент благоустройства приобрел мощный фрезер, чтобы удалять пеньки на тротуарах. А на протяжении всего гостевого маршрута установят урны для поддержания чистоты. В отвратительном состоянии урны. И в целом они уже устарели. Здесь вот Алексей Евгеньевич присутствует, да, главный архитектор. Жду от вас предложения. Или опыт другой возьмите, или сами что-то разработаете. И надо в бюджете, Татьяна Мемина, предусмотреть на следующий год, значит, производство урн, изготовление и их монтаж. Особое внимание вывозу незаконных объектов торговли. С начала года департамент промышленности провел 68 рейдов совместно с полицией. Из всех районов убрали 90 палаток и лотков. Мы можем отметить, что в этом году точно не происходит то, что было в прошлом году. То есть с одного района убирают с территории одного района и ставят на другой. Соответственно, мы там пока согласовываемся между собой. В этом году видно за счет работы совместной группы и за счет более скоординированной работы между районами. Вот этого процесса в этом году нету. Во время подготовки к чемпионату мира с городских улиц не просто уберут все незаконные объекты потребительского рынка. Те, что останутся, приобретут цивилизованный вид, чтобы не портить внешний облик Самары. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.